Активисты Одинцовского местного отделения партии «Единая Россия» помогли привести в порядок территорию школы в деревне Ликино. Просьбу помочь окосить траву на школьной территории директор учреждения Ирина Подхватилина направила председателю фракции «Единая Россия» в Совете депутатов Одинцовского городского округа Вячеславу Кирееву. Партийные волонтеры оперативно прибыли на место и выполнили необходимые работы в преддверии Дня знаний.